Боль в суставе Валентина Клепикова почувствовала несколько лет назад. Рассказывает терапевт, к лечению подошел комплексно. Назначил не только лекарственные препараты, рекомендовал лечебную гимнастику, дал направление в физиокабинет. Боль уходит, какая-то эластичность суставов всех начинается, приятно очень. Медики говорят, нередко магнитотерапия становится единственным способом облегчить страдания пациента. На очаг заболевания воздействует импульсным магнитным полем. Оно хорошо тем, что у него довольно большая глубина проникновения, 8 сантиметров, и оно обладает очень хорошим противоотечным, противовоспалительным, обезболивающим. Улучшает местную микроциркуляцию. Работа аппарата магнитотерапии «Алмака-01» дает возможность ускорить обмен веществ и повысить иммунитет. Добиться устойчивой ремиссии, а значит, есть возможность сэкономить деньги на лекарствах. Он более 15 лет производится компанией «Еламед». Применяется во многих клиниках России. Выдержал народную проверку и заслужил достойную репутацию. Спрашивайте «Алмак» в аптеках и магазинах медтехники Новосибирска.